понедельник приезжает группа людей принимать экзамены. Они готовы сегодня взять детей наших, 50-60 детей на бюджет, но во вторник будут подниматься экзамены, но, насколько мне известно, только 8 человек. Ну вот они мне сказали, что в принципе 50-60 человек они могут, поэтому нужно прийти, примары, кто там изъявляет желание, чтобы дети наши пришли за экзамен на поступление в Брянскую сельхозакадемию. Неплохая академия. Ну, примары хорошо знают обстановку своих населенных пунктов, они знают, кто бедные семьи, они знают, кто нуждается, кто хочет учиться. Встретитесь со старшеклассниками, доведите эту информацию до них. Ребенок, который захочет учиться, пожалуйста, 28-го во вторник, кто хочет учиться в Брянске, пожалуйста. Подают заявление, поступают. Они приезжают, принимают экзамен вторник, в среду говорят о результатах. Люди знают, кто поступил, и, в принципе, это очень удобно. Не пройдет Брянск, пожалуйста, есть Кострома, там есть Нижний Новгород.